Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем проходить черепашки ниндзя легенды. И у нас ежедневные награды, Лига Сёгунов, приз в 3 звезды. Я думаю, что меня, наверное, сейчас сбросили, скорее всего. Так, забежим в магазин, быстренько откроем с вами колоду. Так, я смотрю, там Паукус, наверное, а нет, Хан, ну ладно, два задания мы с вами сделали. Забираем отсюда ревард. Так, поднять уровень персонажа, ну, в общем, все как по стандарту. Начнем, пожалуй-ка, мы с вами с поиска ДНК на Бибопа, верно? Я думаю, что верно. Кстати, мы можем ему прокачать навык прятки. Слушайте, я думаю, что надо это сделать. 300 ДНК я трачу. Точнее, не ДНК, а мутагена. И проапали мы его на четвертую, ребят, ступень. Слушайте, ну, по-моему, здесь, наверное, еще кого-то можно будет проапать, если я не ошибаюсь. Нет? Нет. А, смотрите-ка, ребят. Нет, ну тут просто ДНК. Ладно, мы обменяли ДНК на сюрики, и, как видим, ничего больше у нас не получится проапать. Ладно, ничего страшного, мы дальше с вами продолжаем искать ДНК на Бибопа. Да где же ты, елки-палки, вот он. Так, три попыточки есть, давайте попробуем. Ну, понятно, как всегда, первая у нас прокатилась. Так, вот вторая у нас удачно получилась. И третья тоже удачно. Замечательно, теперь сразу же переползаем на Донателло. Где у нас Донни? Донни, давай, не прячься. Вот у нас и Донателло. У него 90 ДНК уже найдено, нам остается лишь десяточку найти. Давайте хотя бы две удачные попытки попробуем здесь с вами сделать. Так, первая удачная, ну, вторая, как всегда, нет. Я надеюсь, третья будет, да, третья, все у нас хорошо получилось. Ну что, ребята, еще 8 ДНК находим на Доне и будем его, конечно же, проапывать. А проапывать мы его будем до, извините меня, пятой золотой звезды. Это, кстати, будет круто, надо будет его вообще, наверное, по уровню прокачать. А то он у меня 35-й левел всего лишь имеет. Так, Пиццелицей, давай-ка мы, наверное, тебя до 40 уровня поднимем, потому что, ну, как-то 38 ни туда, ни сюда. Вот, пускай будет 40-ничек, да, у него. И дальше мы забираем отсюда ревард. Так, нам нужно еще, кстати, сделать 10 боев в сложном режиме. Поэтому давайте, ребята, сделаем сложный режим и будем искать. Только вот на кого? На морозильную кошку? Да, мне кто-то написал из подписчиков, что ты можешь, Рэй, искать ДНК именно на нее. Ну что, поехали. Одну ДНК есть. Давай далее посмотрим. Угу, второе, отлично. Ну и третьего нам не дали. Так, подожди, а я задание что, не выполнил? Еще один раз нужно. Ладно, быстренько сейчас кого-нибудь еще поищем. Ну давайте это будет, например, у нас Кейси Джонс. Так, Кейси, давай. Так, отлично все. Ребят, единственная проблема, что у меня кончаются порталы. Понимаете? Они закончатся, 500 долларов мне накопить, это проблематично. Даже если я накоплю, у меня почему-то они очень быстро улетают. Ну что, теперь, я думаю, смело можно переходить на турнир. Так, секунду, подожди, мы в испытаниях точно все с вами прошли, как говорится, подрались по полной программе. Ну, получается, что так. Здесь у нас тупиковое положение, вы сами прекрасно видели. А здесь... Погоди-ка, а вот здесь в чем проблема? А, все, ребята, здесь проблема у нас в боссе, да? Большой, как говорится, маузер, который постоянно кричит и у нас выкидывает из игры. Ладно, тогда мы не будем это трогать. Остается лишь турнирная арена. Но, ребят, не забывайте, что сегодня у нас воскресенье. А это говорит о чем? Что завтра будет сброс. И завтра мы с вами будем получать плюшки. Насчет ДНК на Рафаэля, конечно, мне... не нужно, а вот осколки платиновые и золотые, это да, это нам пригодится. Ну что же, 60 уровень, как мы видим. И здесь, наверное, ребят, нам придется очень жарко. Мне даже, я в растерянности. Ну давай попробуем сделать вот так вот. Возьму Армагошу, возьму Бибопа, возьму Тигра и Клеонардо в кучу. Я возьму, наверное, Зека. Я попробую вот таким составом здесь хоть что-то сделать. Главное, чтобы никого здесь мне не подбили, а то будет просто проигранная катка, даже если мы здесь и выиграем. Я имею в виду в плане бонусов. Так, поехали. Зэк бросает бомбочку. Так, Леонардо делает вертушку. Я думаю, что Бибоп здесь останется живой. Нет? А вот это круто, ребят, на самом деле. Я думал, что он выживет. Ну что же, ладно. Мы с вами продолжаем. Так,
возвращаемся в Лигу Сёгунов. Три звезды и прям на сотое место, да? Ни больше, ни меньше. Ладно, ребятушки, давайте тогда определяться дальше. Я думаю, что мы будем с вами драться с Акинори. 57-й, 59-й, 60-й максимальный уровень. Я думаю, что именно с ним. И для этих целей я, наверное, возьму опять же Леонардо из отката. И будем, наверное, делать вот так вот. Берем нейтрализатора, я возьму сюда Хана. И, скорее всего, мне здесь пригодится... Да, я возьму Рокзара. Будем так пробовать. Хотя, возможно, я немножко не то сделал. Тут слишком много массовых атак, ребята. Донателло, Леонардо. Ой, как много. Ну что ж, приступим. Попробуем что-нибудь с этим сделать. Так, у него хиллер есть? Хиллера у него нету. Отлично, погнали тогда, ребят. Воу, шикарно получилось. Нам нужно, знаете, кого? А, нет, хиллер есть, у него Лео. Ну-ка, пробьем мы его. Упс, упс. Ребята, он сейчас будет хилять. Ведь так? Точно, он будет хилять. Ну, елки ты палки. Слушай, кстати, он не очень-то и много захилял. Заметьте. Так, давай, крысиный король. Ну, дамаг, конечно, вообще ни о чем, если честно. А вот это вот сейчас будет... Ой-ой-ой-ой. Так, давай... А, нет, какой давай? Рокзар же не может у нас контратаковать. Ну, в принципе, ребят, я скажу, что неплохо. Мы попробуем сейчас с вами Донателло убрать. Ага, попробовали. Тогда нам лучше ликвидировать, конечно же, Ваньку-стиранка. Теперь, ребят, наверное, нам нужно... Блин, Крис. Слушай, или мне сейчас хилять? Ёлки-палки, ребят, я в таком положении. Так, я попробую, наверное, все-таки Криса бомбануть. И... Крысиный король, я тебя умоляю, подбей, пожалуйста, его, подбей. Есть. Фух, я, честно говоря, думал, что если он не справится, ну, вы представляете, он мог просто-напросто сделать град из звездочек, и у меня бы два персонажа упало, как минимум. И тогда бы у нас бонус был бы вообще минимальный. Фух, крысиный король, ну, ты просто чудо. Выручил всю команду, и меня тоже самое. Ну что, ребятушки, мы с вами продолжаем. Так, кого нам здесь выбрать? Здесь Андрюха, здесь Виталия и Мари Клари. Хм. Интересная подборочка, я вам скажу. Но я думаю, что надо брать все-таки Андрюху. Он послабее будет в плане уровня. И у него есть также один серебряный герой 54 уровня. Здесь все-таки 58 и 59. Так что, Андрюшка, давай попробуем-ка мы с тобой, наверное, немножко поспаринговать. Кстати, мне приятно, когда подписчики пишут, что... И я с ними дрался, ну, в плане того, что... И, может быть, где-то в ролике или еще чем-то. Я ведь выбираю персонажей, не знаю, кто это. А вам, как говорится, со стороны виднее. Ну что, давай, наверное, возьмем сюда еще Бакстера Стокмана. Слушай, а не слишком ли жирно будет? Может быть, Карайку убрать? Да, я не знаю. Давайте попробуем, наверное, убрать все-таки Карайку и поставить... Вот, Паукуса. У него тоже массовая есть атака. Я имею в виду про паутинку. Главное, чтобы у меня не упал здесь такой слабенький персонаж, как Шреддер и Эйприл. Так, хил есть у них. Ладно, а я все равно буду рисковать. Хил, морозильная кошка. Почему-то она сразу, ребята, падает. Слишком она ватная, судя по всему. Так. Так тут вообще шикарно все получается. Смотрите-ка, Бакстер Стокман просто добивает всех волной маузеров. Отлично, мы с вами дальше продвигаемся. Может быть, к завтрашнему дню, если у нас будет время, и мы с вами перед лигой увидимся, перед завершением лиги, попробуем с вами забраться в лигу мастеров. Мне вот лично этого бы хотелось. Но я думаю, что вам тоже. Так, ну что ж, давайте определяться далее. Здесь у нас, Дмитрий. Давайте-ка, наверное, возьмем Дмитрия. У нас еще с вами есть откаты. Это очень, кстати, круто. Берем, наверное, так, Кирби, возьмем, наверное, Караечку с вами, да? И при всем при этом я хочу взять одного малыша. Пускай это будет... Нет, не Бакстер. Возьмем, наверное, лучше вот так Усаги. И вместе с ними возьмем, блин, 56-54 уровень. Карайку взять, что ли? Карайку. Думаем, ребята. Да, я возьму Карайку. Слушай, ну мы всегда знали, что Карайка, она не вытягивает у нас вот такие вот хорошие компании, да, врагов.
Будем надеяться, что сейчас она меня все-таки не подведет. И Мондагека, надеюсь, упадет сразу же. Отлично просто. Так, ну что, бросаем кунаи. Ай-яй-яй, было плохо. Ну, Карайка, покажи, на что ты способна. Да, а, ну, в принципе, нормуль. Ребят, нормуль все, и давайте попробуем добить. Шикарно. Вот сейчас мы с вами отыграли вообще замечательно. Несмотря на то, что отрядик у нас был слабоват. Ну, кто там у меня был? Лео, да, основная гроза врагов. И Карайка. Ну, на Карайку у меня слишком маленькие такие надежды, что она сможет сразу же с первой попытки, с первого крика нанести колоссальный урон. Так, ну что ж, давайте определяться тогда далее. И это у нас будет, скорее всего, ноунейм. Девушка вот такая вот. Да, я думаю, что это для нас будет оптимальный вариант. Во-первых, по уровню. И, во-вторых, тут все-таки есть один серебряный герой 59 уровня. Хотя здесь тоже есть. Но здесь 61-62, а здесь все-таки есть 59. И еще один 59. Ладно, я попробую, ребята. Я попробую здесь именно подраться. Так, Лео, давай возвращайся. Нечего там тебе сидеть, выжидать время. Я возьму, наверное, сюда Микеланджело. Так, у него, смотрите, ребята, есть довольно серьезные такие персонажи. Это Слэш, который, вы помните, да? С одной присядки может убить довольно сильного персонажа. Так что, наверное, мы здесь все-таки возьмем с вами Железноголового. И к этому ко всему я возьму, наверное, Бакстера Стокмана как хиллера. И, наверное, Микеланджело как человечка, а точнее черепашку, которая снимает у нас антибафы. Да, именно так. Ну что ж, попробуем. Так, для начала Виртухан. Кирби упадет, мне интересно? Кирби не упал. Ёлки-то палки. Так, делаем, ребят, на уворот пляску. Угу. 60%, ребята, у ворота, не забывайте об этом. И смотрим, что там. О, кому? Твою ж маковку, ребят. Ну что ж такое-то, а? Ты посмотри. Да, ну в любом случае он бы также мог по Микеланджело бомбануть и тут же упал бы. А так, видите, Бакстер Стокман, ну просто не выдержал удара от Криса Брэдфорда. Ладно, ладно, хорошо. 62-я позиция, мне бы хотя бы до 50-й добраться, и уже было бы хорошо. И я беру Акифуми. Угу, Акифуми, да? Ладно, Лео, возвращайся. И тут уже, наверное, придется вот брать этих оставшихся персонажей, которые у меня вот залежались. Нет смысла, ребята, брать вот этих вот кунаичи, сплинтера. Просто нету, я дальше не смогу просто играть. Поехали. Это, как говорится, у нас, ребят, будет сегодня коротенькая серия, да? Чисто прохождение в лиге. Ну что, поехали. Получится, что у нас? Так, Мондагека упал, ага. Хиляет Микеланджело, ладно, хорошо, пускай он хиляет. Ребят, я ставлю дополнительную себе защиту. В любом случае, они меня здесь сразу не пробьют. А если еще и под провокацией от Рафаэля, вообще будет сказка, смотрите. Естественно, сейчас будут атаки. Ух ты, массовая. Ну-ка, получи в ответ. Так, и еще, ребята, бомбит. И еще в ответ. Слушай, не падает, смотри-ка. Кто-то из подписчиков спрашивал: Рэй, ты знаешь, что у Змей Ковью на две массовые атаки? Конечно, знаю, ребята, вот первая, вот вторая. Ну, и я в последнее время пользуюсь именно вот этой. Мне кажется, она более мощная, чем вот, чем первая. Так, ну что же, давай, наверное, бомбанем с базуки. Отлично, и теперь нам остается только лишь добить, да. Ну что, мы с вами прошли, все идеально, все хорошо. Больше, ребят, я не знаю, что нам еще здесь можно сделать. Так, позиция у нас какая? 49-я, практически половина. Единственное, что я могу себе позволить, это попробовать, знаете что? Так, погоди-ка, давайте здесь ДНК обменяем. И, кстати, нужно глянуть. Нужно глянуть в магазине. Так, предметы. У нас 3000, да? Нам не хватает. Ха. Нам не хватает ни на то, ни на то. Здесь тоже всего очень мало, так что не будем здесь даже заострять внимание. Можно попробовать, конечно, по сюжетке пройти. Помните, мы в прошлый раз с вами не потянули, да? Вот этот вот уровень. Может быть, рискнуть? Попробовать, а? Так, вместо вот, например, на Жозек в тот раз проиграл, давайте попробуем взять Рокзара. Это, конечно, наверное, будет глупо. Но кто его знает. Или же, знаете, что сделать? Мы можем вместо Рокзара взять Криса. Крис, знаете, чем может нам помочь? Именно своей защитой. Массовая защита, которую он может поставить. Вот только за счет нее мы можем
неплохо здесь поиграть. Так, ладно, сейчас посмотрим, что у нас тут вообще получится и как оно получится. Так, давай-ка я массовую атаку сделаю. Опс, ты посмотри, массовая атака, им как будто все равно. Оу, щит. Да нет, ребят, вы что, серьезно что ли? Вот так вот быстро разобрались с Крисом. Еще, по-моему, быстрее, ребят, чем с Зеком. Вам не показалось это, а? Ёлки-палки, и что же мне делать теперь? Мне, наверное, ребят, придется тратить хил на это все дело. Твою же маковку. Это ж сколько мне суперударов пришлось взвинтить, чтобы пройти только лишь первую волну. А у нас еще вторая. А вторая, тем более, еще и огнестрелы одни. Слушай, я боюсь, не получится здесь ничегошеньки у меня. Так, давай ответку. Нет, конечно, не на это я рассчитывал на самом деле. Так, атака, контратака, отлично все. А что же они массовые атаки-то свои не делают, а? Я не могу понять. Смотри, боятся. Ага, вот она массовая атака, поехали. Этому хана сразу, ребят, говорю вам. Угу. Ну, давай начнем с этого. Блин, не подбили. Давай его поджарим. Он нормуль. Так, этого мы так добьем. Ответку, давай, давай, Раф. Добили, и последний хламон тут остался. Ну что, мы с вами переходим к боссу. Но я боюсь, ребята, у босса массовая атака, да, когда он махает своей клешней, обязательно положит мне Криса Брэдфорда, потому что у него очень сильная атака. Так, вот он вылазит, короче, да, вот он орет, как ненормальный. Ну что же, погнали. Ага, так. Давай, давай, Рафик, бомбани его, пожалуйста. Блин, чего ж мы так слабенько-то бьем-то? Попробуем, ребят, через суператаку. Блин, постепенно урон в тот раз повесили на него, а сейчас почему-то нет. Придется мне вот так делать, ребят. Мы его замедлили маленечко. Так, теперь ракетный залп. Ага, массовая атака, да? Нет? Фух. Хорошо, давай попробуем вот так с вертушки. Блин, ребята, чуть-чуть осталось. Ну, один удар. И... Тихо-тихо, не надо выеживаться, пожалуйста. Есть! Ребята, вы сами все прекрасно видели. Я прошел на 3 звезды. Я прошел полностью всю сюжетную историю. Всю основную линию. Прямо сегодня на ваших глазах я получаю новое достижение. Элита, герой в полупанцире. 2000 опытов. Слушайте, ну для меня это, ребят, достижение. В принципе, все игры, которые я прохожу, да, вы знаете, что основную сюжетную линию я прохожу и, в принципе, на этом заканчиваю снимать дальше видосы по этой игре. Но, если вы мне напишите в комментах, чтобы я продолжал, конечно, мы будем с вами играть, ребята. Будем развивать наших всех вот этих милых персонажей, будем смотреть, кто из них лучше, кто из них хуже. Делать какие-то определенные бои. У меня еще, на самом деле, очень много каких, например, не пройдено этапов. Я хочу, например, все проходить. И вот эти вот испытания все от начала и до конца, чтобы здесь были только одни звездочки. Причем испытания не только, вот, например, сцены насилия, а вообще, которые здесь есть. Даже вот эти вот платиновые, не знаю, конечно, что это будет. Ну и, конечно же, у меня еще большое такое желание пройти вот это. Сейчас я вам, ребят, покажу. Вот это вот, серия испытаний, смятение из другого измерения. Я очень хочу пройти полностью этот путь. Вот тогда, наверное, я успокоюсь. Ну, а на этом, наверное, мы будем с вами закругляться. Сейчас достижение только я заберу Шреддера. 3ДНК, спасибо большое. На этом мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам.